Ну а сейчас небольшой, так сказать, музыкальный перерыв, потому что следующая группа погрузит нас в атмосферу ностальгии и качественного, самое главное, акустического звучания. Эти ребята приготовили интересную песню, но точнее попури, то есть сочетание нескольких культовых треков в одном, но сначала по традиции немного о группе. Группа достаточно молодая, образовалась в августе 2015 года. Исполняет исключительно свои песни. Группа не имеет какого-то определенного стиля и формата. Зачетки группы открытия фестиваля «Старый добрый рок 2016». Группа мечтает покорить Дальний Восток, ну и Восточную Сибирь тоже. Так что давайте поприветствуем проект «Амурзея». Почему только там любят проект «Амурзея»? Давайте все вместе погромче. Проект «Амурзея»! Вау! Вот так уже получше. Ладно, пока ребята готовятся, напомню одну очень интересную информацию. Спонсор мероприятия — компания «Соколинский деликатес». Официальный дистрибьютор торговых марок «Семечки», «Пшинки», «Арахис», «Караван орехов». Жир — это семечки всегда качественной обжарки. Давайте поблагодарим аплодисментами за то, что именно благодаря этой компании. Мы поблагодарим аплодисментами, дорогие друзья! За то, что благодаря этой компании наше мероприятие может вообще состояться. Но кроме того, напоминаю, что есть невероятно огромный, так сказать, большой курс 100 тысяч рублей, за который сегодня и борется команды, которые попали в финал. Также партнер мероприятия — компания GreenMe. Натуральные напитки, изготовленные по швейцарской технологии. Ну что? Что ж, все почти готово. Все почти готово. Барабаны на месте, музыканты на месте. Встречайте проект «Амурзея»! Добрый день. Спасибо. Хочу сказать всем ребятам, кто голосовал за нас в отборке и в полуфинале. Мы организаторам, пацаны, вам респект, вообще нормальный фестиваль. Мы не знаем, чем мы начнем, группа проекта «Амурзея». Что, ребята, готовы? Как ты не смогла попасть.
Поддержали дела.